Царю небесный, утешителю души и вселенной, и же везде сый, и все исполняет сокровище моих, и жизни подразделю, и единственница мы, и очистины от всяких скверны, и спаси Боже души наша. Господь и Бог наш, ради Сына Твоего Иисуса Христа, молю Тебя, благослови наше занятие по Слову Твоему. Наполни наши сердца верою, раствори наши мысли в Духе Святом. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если что, Новый Завет. Евангелие от Луки, 20 глава, 17 по 19 стихи. Но он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. И на кого он упадет, того раздавит. Искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Толкование. Сначала сами они произнесли приговор, как передает евангелист Матфей. Потом, догадавшись, к кому относится притча именно, что она на них-то и сказана, сказали опять то, что передает теперь евангелист Лука. Именно: да не будет. Что же Христос? Он приводит и другое свидетельство из Псалом Давида. Псалом 117, 22 стих. Себя называя камнем, а самих учителей строящими. Подобно как и пророк Иезекииль говорит: и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Пророк Иезекииль 13:10. Одна — погибель души, которую они потерпели за то, что соблазнили. Ибо всякий, падающий на сей камень, разобьется. Кто на Иисуса Христа, что тот. Другая — погибель от пленения, которое навел на них камень сей за свое уничтожение от них. То есть после распятия Иисуса Христа было разрушение Иерусалима. Это вторая стена. Ибо на кого сказано упадет, того раздавит. То есть Иисус Христос тоже может раздавить и за нечестие. Иудеи раздавлены и рассеяны так, как мекина от одного гумна Палестины во весь мир. То есть все евреи сейчас рассеяны после распятия Христа, после этого греха, убийства невинного. Примечай же, не просто невинного, а невинного с большой буквы. То есть рассеяны. Все народы как-то вместе живут, а евреи. Это вот этот камень, как упал на еврейский народ и раздавил, как брызги разлетелись по всему земному шару. Примечай же то, что прежде они упали на камень сей. То есть они первые пытались все его подыскиваться под Христа. То есть соблазнились, а потом уже камень Христос упал на них и наказал. Они виноваты прежде. Ибо прежде совершается мною грех, а потом меня постигает праведное наказание от Бога. Наказания без греха не бывает. Сначала грех. То есть сначала человек согрешает против Бога. Он может признавать свою вину, может не признавать. Лучше, когда он свою вину признает и покается. Тогда наказание Господь может отодвинуть, либо вообще его передумать, наказывать, как вот при... случилось с народом Ниневии.
посылает пророка, иди скажи, что я их погублю. Пророк уже пошел, потом ниневитяне стали на колени, стали поститься, молиться, каяться. И Господь разворачивает пророка, я передумал. А пророк говорит, да как я уже собрался, уже все, иди, говорит, им скажи, что Ниневия будет разрушена. Так же и здесь. И после крещения, даже человек омывшись в крови Иисуса Христа, все равно дьявол его искушает, новокрещенный, кто сейчас бодрствуйте особенно, то есть вы служили дьяволу, наплевали его на него, теперь работаете другому Иисусу Христу. И прежний вас, кому вы служили, а вы ему служили, чем служили? Грехами своими. Он потакал. И он так просто своего работника не отдаст другому. Он будет постоянно вас тянуть себе назад. Постоянно. Особенно новокрещенных, в которых еще вот вера как маленький росток не укоренившийся. Ну, он со страшной силой будет стараться. Есть такое место писания, что младенец, дословно не помню, как дракон, то есть жена рожает, а он уже хочет пожрать младенца. Вот вы сейчас новокрещенным как младенцы, только что мать рождает ребенка, он не ходить не может, ни и сам не может, ничего. И вы сейчас такими же в духовном плане вы дети. Вот она понимает, что это родился христианин. И пока он еще слаб и маленький, его нужно от стада отбить. А Господь пастырь наш, вот как псалом считает, он собрал нас вместе, а нам не страшно уже, мы стадо. Уже волк, он побоится на всех нападать. Только когда ты сам себя грехом отлучишь от стада, какой-то грех, будешь у Бога, выйдешь соглашенным, а там дьявол тебе нужен дальше, дальше, дальше. А пока ты в церкви, ты в ограде, вопросы по этому стиху. То есть Господь может наказывать за грехи. Это нужно точно знать и бояться этого, бояться наказания. Писание говорит, а иных страхом спасайте. То есть если человек не понимает, живет в грехе, его надо напугать. Он вздрогнет, говорит, а что же это? Со мной такое было. Грешу, вообще грешавший. Раз тебя продерут, тебя как Сидорова кожа. Почему Сидорова казань, не знаю. Ну, здравный Сидоров, молодец, нам по Писанию поступал. Писание говорит, не жалей розги, дабы впоследствии утешаться путем смерти. Лука, 20 глава, с 20 по 26 стих. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говорили и учишь, говорил тут ошибка, и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам подавать кесарю или нет?» Он же, вразумев лукавство, и сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Так, братья Виталий и Митя. Понятно, рано встали, взбодрились. Слово Божие нехорошо читаем. Это тоже бывает. Фарисеи, толкование. Фарисеи приготовили сеть для Христа, хотели его условить, что это за сеть, которой, по их мнению, Господу трудно избежать. Но в сети сей запуталась нога их. Поговорка: не рой чужому яму, сам в нее попадешь. Вот как они в нее попали. Псалом 9.16. Смотри, какое лукавство. Если Господь скажет, что должно давать пудать кесарю, тогда обвинят его перед народом в том, что он в рабство приводит народ, который есть семя Авраамова и никому не работал.
что это, народ Божий будет какому-то кесарю подать плату? Ты что, Христос? Совсем что ли? Он же Божий народ, что он ради-то? Да мы в церкви, мы десятину даем, в чем будем налоги эти платить-то? Чего ради-то? Что это за государство безбожное? Скажи, Господи, чтобы мы налоги не платили. Ну ладно, не платите. А, он возмутитель. Путин, ты, ну-ка его арестую, он народ возмущает. Это они хотели его уловить, но они ненавидели Христа. Смысл понятен? Да. На нашу веру. Вот в чем их лукавство было. И они, их совершенно не интересовало, надо платить, не надо платить. Они, наверное, ничего и не платили, не суть важно. Им надо было его уловить, обвинить в чем-то. Если он запретит подавать подати, в таком случае возмутители поведут его к правителю. То есть уже к налоговику, а он говорит, не платите. Да. Осудят. Да. То есть в любом случае. Государь твой хранит тебя от неприятелей, жизнь твою делает мирной. За это ты обязан ему податью. И иначе, то самое, что ты вносишь, то есть монету, ты имеешь от него же самого. Итак, монету царскую царю и возврати опять. Между тем ты для себя извлек из нее выгоду, разменивая ее и добывая необходимое для жизни. Так точно и Божие должно воздавать Богу. Он дал тебе ум. Возврати ему он и разумной деятельностью. Он дал тебе рассудок. Возврати ему, то есть Богу, он и, не уподобляясь неразумным животным, но поступая во всем, как одаренный разумом. То есть Господь нас наделил разумом, и мы не должны себя вести, как бессловесные животные. Ну, простое дело, над тарелкой склоняться уже. Господь мне разум дал, что же я как? Я могу пищу к себе подносить. Зачем мне чавкать, как поросенок? Господь дал мне разум. Я разумная. Не бессловесная, я слова знаю. И вот это мы возвращаем. То есть, и вообще, он дал тебе душу, Господь, и тело. Возврати ему все и восстанови для него образ его, живя по вере, с надеждой, в любви. И в ином смысле должно отдавать кесарево кесарю. Каждый из нас носит в себе или образ Божий, или образ князя мира. Апостол Павел убеждает, чтобы мы как носили образ земного, так носили и образ небесного. Коринфянам 15:9. И в другом месте. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Ефесянам 4:22. Что здесь выражено словом «отдавать», то у Павла словом «отложить», то есть здесь названо образом кесаря, то там образом земного, без сомнения, Адама, согрешившего ветхого человека. Ибо образ земного – не что иное, как тление и грех. Каковой образ мы имеем потому, что уподобились отступнику, а не царю, с большой буквы. Ну и вот, давайте порассуждаем. Здесь толкование нечто запутанное. Здесь вот кесарь сравнивается с чем-то земным, с нехорошим. Князь мира сего. И отдавать ему подать, как бы, что я дьяволу буду отдавать, из чего ради. Жертвую идолом, жертвует бесом. Чего я буду жертвовать идолом? Так кесарь это идол или надо все-таки подать, давать государству? Не совсем понятно, да? Я десятину отдаю, все, зачем мне налоги платить? У кого на этот счет? И то, и другое надо. И то, и другое. Почему? По слову Божию. Ибо Господь сказал, отдавайте Божие Богу, а кесаря кесарю. Господь не сказал, кесаря кесарю не отдам. Но также Господь сказал, что чтобы жертвы идолам, что такое жертвы идолам и подать кесарю, это разные вещи. Да. Налоги и жертвоприношение ложным богам, это разные вещи. То есть подать и налоги, вот смотрите, мы живем,
Войны нет. Почему войны нет? Потому что армия. Почему армия? Мы платим налоги. Почему нас не надо бояться? Но это и правильно. Если бы у нас армии не было, напали. Но с другой стороны, есть государство, у которых армии нет, и на него ничего не нападает. Почему? Не знаю. Я не знаю, что оно есть. Либо там святые люди живут, либо просто политика такая. Да нас все равно мало. Ну будет у нас ядерная бомба. Ну, в общем, они так решили. Зачем нам на ядерную бомбу деньги тратить? Одним днем живем, пока... Не знаю. Да. Я примерно не помню, где написано, но написано. Господь обещал евреям, что если они будут соблюдать его заповеди, жить свято, то, говорит, я смирю ваших врагов, что и вас будут еще даже бояться. Не только что к вам не будут приступать, но и будут бояться вас. То есть, потому что если живем без греха, то есть не грешим перед Богом. А если грешим, то вот и получается. И армия нужна, и все. Тогда... Да. Это для неверующих. Поэтому... Налоги платить приходится. Да, да. Поэтому мы живем. Ну да. Да, поэтому, да, налоги, они и дороги содержат. Хоть такие, но они есть. Доехали до Потеряевки вчера, слава Богу. Все. И транспортный налог. Если налог идет на аборты, то есть за счет налогов... Это что за налог на аборты? А? Нет такого налога. Нет, в смысле, вы налоги платят, налоги в казну уходят эти деньги, и какую-то часть этих денег выделяют на аборт. Вот у нас в России так говорится. Вот. Ну вот у Христа так бы спросили, Господи, вот кесарю надо ли подать кесарю, если кесарь тратит ее на аборт? Да кесарь на что только не тратил там эти налоги, понимаешь? Ну, хотя римское как бы вот это право, оно... Ну, нормально, я считаю, было, и все законы, они по сегодняшний день на этом праве на римском основаны. Вор должен сидеть в тюрьме. Разве это плохо? Тюрьмы содержатся на наши налоги. Ну давайте уберем эти налоги. Тюрем не будет, преступников ловить не будем, будет везде вакханалия, будет везде грабеж. Сейчас я знаю, машину оставил под окном, я утром приду, я знаю, что ее никто не вскроет ничего. Хотя раньше угоняли автомобили. Работает полиция, работает. Мне это нравится, нравится. Моя собственность как бы при мне. У нас сейчас все в деревне, все дома открыты. Никто нас не грабит. Почему? Либо полиции боятся, либо боятся, что мы свято живем. Может такое быть? Но воров-то поймали уже неоднократно. Но воров в Потеряевке ловили неоднократно. Ловили и отпускали. А почему? Потому что надо, чтобы его посадить, надо, чтобы он на 5000 украл. Да. А он на 4900. Умный воришка попался. Паркованный. Закон такой, закон. Итак, резюме, значит, Божие Богу, кесарю кесарю. Неохота платить налоги. Понятно, неохота. Кому же охота? Ну а Господь сказал, давайте кесарю кесарю. Он не сказал, что... Но дальше это интересно, мы читаем, как он этот налог заплатил. Он кинул, помните, удочку, поймал рыбу, а там откуда-то деньги появились. Он не зарабатывал их, они как-то ему как-то... Он как-то так вот... Их как бы высмеял своим вопросом, сам же их в эти сети запутал как бы. Вот. Поэтому, конечно, мне неприятно платить налог, который идет на убийство детей. Боже сохрани. То есть я не хочу что быть... Что значит неприятно? Я не хочу быть... что такая ситуация в нашем государстве, понимаешь? И я борюсь как христианин, я могу там писать петиции, я могу выступать против абортов, плакаты. Но я должен разумом своим понять, что я могу сделать в моих силах, а что я не могу. Ну как я могу против этого пойти, если там такие, они сметут меня просто, я ничего не сделаю. А почему церковь не платит налоги? Дружба за Иисуса, если это уже а у вопрос них кесарям Вась, они вот эти, которые этот вопрос задавали-то. Они в епархии очень много платят, когда они большую сумму. Нет, я имею в виду с продажи свечей, тех, утвари и так далее. Дело в том, что у меня не посвящается трепетиться. Все списал, теперь только на диск. Диск не просвечивает. Кто виноват? Что там делать-то? Чего он мертвый? Все, и перезагрузку сделала. Так. На славу Христа. Посмотри, какое издание. Да. Из Америки писали, говорят, надо даже книги так издать не могут.
Так, кому еще говорил? Это с вами отдельно еду. Значит, ничего нам никакой книги не подарить. Ну что, кто возьмется? Мне надо готовить диск пустой. Не пиши, диск не проявляется. Никогда не было этого. Как навалом на меня пошло все. Ну, помолиться, Господи. Вот интересно. Ничего не понимаю, не знаю, но внутри, это вот внутри, взяли машину, взяли новую «Газель», переплатили, конечно, там много, ну взяли. Что-то там маленько не так. Я говорю, посмотреть надо. Не, в сервис давай, Глушков. В сервис чужим людям, такую машину, такую на край света едем, от океана до океана, и в чужие руки давать. Ничего не будет. Понимаете, вот это наша ничего не будет. Пустоголовость. Ну, чужие люди, чужие, понимаете, нет, безбожники. Они там начнут что-нибудь делать, эту вытащить деталь, другую поставить, чтобы такое. Что попало, говорите? Сломили меня. А машина-то загружена была. И там у них вначале выпросили бар, там, как сказать, контейнер, разгрузили книги. Это не килограмм. Отдали машину. Поехали. До Новой Алтайки доехали, масло течет. Остановились, лужа целая. А до этого ничего не было, совершенно ничего не было. Дальше он что-то делает, там тоня работает. Но еще... Кто его знает? Вот это вот знает. Нам ехать надо, что ты глаза вот такие сделал, мне это не поможет. Фары машины не работают. Ведь не хотел пойти. Пошел начальника, нашел, стал говорить, так мы еще дорогой ехали, далеко уехали, нам звонят, как вас обслуживал сервис наш? Я говорю, хуже некуда, варье одно, новая с завода машина, мы проехали, ни капли не течет, все затянуто, здесь все расхлябано. Ну хочешь проверить как? Вот его спроси, сколько они его держали машину, масло там налили сверху, чтобы видно было, грязи замазали, он пришел, ну, помнишь, когда тебя это? Такая же история у меня вчера была. Сергей Павлович говорит, ехал дорогой, разговаривал со Светланой, хорошая там на планшете запись. Она не пишется. Что-то у него не ладно. А может напрямую? Я говорю, что может никакого отношения не имеет. Но у меня все было как вот одно к одному подходило. Все, не могу ничего сделать. Все перебрало спереди, снизу, включая, нигде ничего уже было. И сейчас опять тоже. Как будто это не от меня и зависит-то. Я уж сколько каялся. Интересно, машинку пишущую получаешь, инструкция, на ней пишущая, механическая, работать должен только один. Машинка чувствует на клавишу удары. Вот это я держал на компьютере, который тогда был такой, подарил мне, ну, большой такой экран. Не экран большой, а монитор такой, сам он весь. Приходит на меня бомб-трок, а он преподает в юридическом институте МВД по электронике, по компьютерам. И мне надо помочь, и я ему не даю. Говорю, говори, что нажимать, я буду нажимать моим пальцем. Он все сделал и ушел. Второй раз приходит, ну, что тут, я сам сделал, я говорю, сел, взял, ушел, все не работает. Что за этим стоит? По сей день не понимаю, но мне дано это понять, что виноват я. Вот это моя бесхребетность такая, зачем дал? Ну, я там тянул бы, что у тебя есть. Саша один раз. Такую помощь мне оказывает везде. И тут что-то забарахлил. Он снимает, Саша, ты отвертка лезешь, как бы что там ни было. А нужно было что-то там в каком-то порядке выставить эти много файлов. Я говорю, не надо. Или это мастер он, программист, а я-то никто. Он начал, сверкнуло, все сгорело. Я сколько сидел без него. Ну зачем же полезно? Ты снял кожух, ты специалист. А я дрожу, и Саш, не надо. Ну маленько тянет и тянет. Ну не трогай, оно все такое. Это... Как сейчас помню, сверкануло. Да это не от этого. Как не от этого? До этого была, сейчас нету. И при том это уже число раз было. Я вот так сижу. Меня Бог бьет, и я все равно ничего не понимаю. Зачем я это пустил? Упал бы на колени, ноги целовал, только ну не трожь, у меня работа идет, я подготавливаю огромный материал. Симфонию на неканонической мне бы не издать, как бы не Саша. Уже к концу идет, все, рвануло, нету по новой.
И вот 3-4 версии делала, наконец сделали. Теперь могу сказать, лучше нашего ничего нет. И мне бы никогда не издать, как бы не ее муж, Саша. А другой раз вот, там я говорил, давай, сделаем как-нибудь. Потому что я вручную делал, вручную, все равно какое-то слово выпустишь. А электронная техника, она быстрый лауреат, симфония на экономическом. 18 корректоров было. Один на книгу корректор, у меня 18 было, и не кончили, все за голову схватились, бросили, и пришлось одному делать. Потому что там по букиному выражению, буква за буквой, чтобы стояли. Но симфония. Симфонию мне бы никогда не издать, кроме как Саша помог. В таком порядке. Тем более я там многое перепутал. Шел, пришел, ушел. Вот эти слова все соединить в один глагол. Это очень здорово. Легко искать. Порог дома истирать. Или порогу. Или под порогом. Одним словом. А когда делают как вот там, если я не знаю, как там под порогом или на пороге. Слово порог только знаю. И поэтому бродишь везде, она порочная, эта симфония. А наша хорошая. Я говорю, лучшая в мире. Я рассказываю то, что сейчас. У меня сейчас не пишется. Кто пойдет, посмотрит. А она не проявляется. Он присоединенный диск, а он не проявляется. Его не только записать. 64 кажется, гигабайта. И вчерашний костер, и сегодня везде. Все зашло. Планшет твой, который повезешь, сам знаешь, куда. А дай там, чтобы скачали. Я тебе полностью доверяю. Зачем я сначала тебе разрешил? Залез. И ничего ты не делал, ты только переключил. Как молотком ударил. И он не виноват, что плохие отношения хорошие. Что-то за этим есть. Мне Бог дал это чувство. Зачем же ты полез? Ты мне Богу не доверяешь. Я прямо чувствую, что вина 100% не его, а моя. Сейчас я сидел, это все подгоняю. И ничего не получается. Кто хоть маленько что-то соображает? И пойдем. Вы меня простите, не образ. Спрашивайте вопросы какие. Вопросы. По налогам у нас вопрос. Так, кто спрашивал, какие-то книги мне надо дать? Я могу подарить вот эту. 22-й том. Открытым оком. Выпущешь. Так, это 26-й. Так, кто спрашивал, что у него нет вот... Для слова Божьего нет ОС. Искрещенных. Я оставлю здесь ее. Так. Кто говорил, что ему край нужен вот этот вот том? Я последний там вытягиваю. 26-й том. Тебе не надо, ты не крещенный. 26-й том. Вас ждет это здесь. Вот это не трогать. Это ездрик надлежит. Так, тебе вот это вот тоже третье. Я подальше туда загоню, чтобы никто не трогал. Так, ты в православии крещенных кому не дал? Все есть. Видите, я что мог, то сделал. Я все вспоминаю Серебрякова, это Сибирякова, Иннокентия. Он говорит, я страшно разбогател, Кощубайс. Я себе говорю, я страшно разбогател. А можно было посмотреть? Всем новорожденным дарю вот это вот, и всем крещенным. Это ясно дело, что. Мы в поездке подарили, когда ездили туда, 600 городов. Я посчитал где-то с ошибками там может быть. Почти около 40 миллионов рублей. Миллионов? При пенсии 7 тысяч. Ясно дело, что это не мое. Что говоришь? Можно будет посмотреть фильм этот. Про Серебрякова. Что посмотреть? Фильм про Серебрякова-то. Так, мне сначала направить там. Я бы с удовольствием посмотрел. Природная доброта, как от родителей, передается к детям. У него золотые прииски. И он всем объявляет и делает такое невероятное. Дом престарелых, там, университет открывает, и все на добро. Его посчитал мэр сумасшедшим. Так с деньгами не обращаются. И его начали исследовать, чтобы отстранить, чтобы он не тратил деньги. А он в городе, там какие здания, там ой-ой-ой-ой, все это по-божественному. Его наследовали, он нормальный. Но нормальные люди так не делают. Мне это очень понравилось. Я нашел юродивого еще одного. Так. Вы будете рассматривать день и ночь. Я скажу вам, вот скажет, вы хвалитесь. Я хвалюсь. Хвалящийся хвалит Господом, что знает Господа.
А аналога моим книгам просто нет в литературе, нету. Вот это вот, она взяла ее, смотри, смотри. Ну, смотри, как она издана, в первую очередь. Какое издание. Что я здесь? Студентов отвечают на каждый вопрос шестью поэтами за 300 лет в России. Вот они, поэты. Вот она. Они здесь и есть. Уже, может быть. И каждое стихотворение, и шесть поэтов, на каждый вопрос шесть поэтов разных, в разные эпохи. А одно стихотворение именно на эту тему. И перед ней, или здесь эпиграф. Эпиграф и Слово Божие. Кто-то сказал опять, эпиграф и Слово Божие. Это вообще нету. Таких не бывает. Это энциклопедия. Так, ну что, пошли. Благословите нас сделать. Мужчина, голос почти незнакомый мне. Так, скажите, пожалуйста, это вы, Лапка, да. А вот Калинникова вы знаете? Я говорю, знаю. Он в интернет выкладывает прямым эфиром. Что это, действительно так, вы там обедаете и крещение? Я говорю, да. Да к этому верить можно? Я говорю, конечно. Поблагодарил меня Калинников. Ты там людей в удивление ввел. А? Ну, пойдем. То, что было крещение, прям в прямом эфире вот это все уже люди смотрели. И уже звонят и спрашивают, это действительно. То есть такая система ВКонтакте называется. Снимаешь, и в этот момент люди как в прямом эфире смотрят. Это Инстаграм, наверное. Нет, там есть ВКонтакте. Есть и в Ютубе, есть, в Инстаграме есть. А где еще есть? Вайбере есть. Вайбере, да? А в WhatsApp нету такого? У меня нету, там, не знаю. Может, в Скайпе? Почему? В Скайпе есть. А у вас 22. Давайте дальше. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 20 глава. 26. 27 по 40 стихи. Когда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, то есть они не верили, что люди воскресают после смерти, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат...» 20 глава с 27 стиха. Луки. Луки, открывайте, я подожду, чтобы вам следить, потому что у человека есть зрительная память и слуховая. И мне очень импонирует, когда следишь и слышишь. 27 стих, да? Да, 27 стиха. Нашли? Да, да. Митя нашел? Следите. Евангелие от Луки, 20 глава, 27 по 40 стихи. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей нам написал, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему». Понимаете, у нас такого нету. А вот тогда был такой закон, я сейчас маленькое вступление сделаю. Вот. То есть муж и жена. Муж — это продолжитель рода. То есть его семья. И он умирает. Ну что, теперь род на этом, а он старший. Тогда младший должен взять его жену и продолжить его род. Понимаете, о чем я говорю? Да. Еще младший не может сам продолжать род? Только по старшему. Род. Род брата своего. Свой может продлевать, но должен род брата продлевать. Если брат умер, берет по младшему. Это Ветхом Завете. Это что получается, ему можно иметь две жены? Одна своя, чтобы продлить свой род, другая не написано. Братова. Не написано, не написано. Он еще девственник пока. Он может быть. А если он уже женатый? Ну, тогда другой берет брат. Но это было надо тебе пояснить, что это было во времена Моисея. Да, да. Я и сказал, сегодня такого нет. Поэтому это было. Вот.
и вопросы задавать, а можно ли две, а можно ли три. У Авраама сколько было жен? Да, очень много. Я не помню, конечно. Две, одна свободная, одна это. У Соломона сколько но было? У него еще тогда были, это не порицалось еще вообще. Вот. Наложницы были. Вот. И они Христу опять тоже уловить его, то есть им нужно оправдать свое неверие в воскресение. И они Христу вот такую байку придумали. Что же за байка, слушаем теперь. Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему. Восставить. Так написал. Восставить. Восставить, да. Восставить. Было семь братьев. Дальше они уже сочиняют. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял эту жену второй. И тот умер бездетным. Взял ту жену и третий. Также все семеро. Уму невообразимо. Что же там за жена Мегер? Или отравила она их, или готовила там что-то пережаренное, я не знаю. И умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Наконец-то. Итак, воскресение, то есть после смерти, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут. Ну, как кто-то умер, должен остановить. Ну, там нету смерти. Ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Сыны Божии не умирают. Да. А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. То есть Авраам, потом через какое-то время Исаак, потом Иаков, а Бог, он все равно Бог для тех, хоть они и умерли, но все равно Бог, он для них Богом и остается. То есть Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. На это некоторые из книжников сказали: учитель, ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать его ни о чем. То есть он им на этот вопрос о воскресении отвечает, что не будут ни жениться, ни это. Вы верьте, что воскреснут. И приводит пример Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он говорит: я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. А те уже умерли. Бог не есть мертвый Бог. То есть если бы они умерли, то и все на это. А если есть воскресение, тогда он Бог и остается все. А если со смертью все заканчивается, они так и верили, что все, земля, лопух и все. На могиле. И все. Но если он умер, и он никогда не воскреснет. Почему он Бог Авраама? Авраам умер. Исаак умер. Иаков умер. Теперь ты наш Бог, чего ты ради, ты их-то Бог. Потому что воскресенье, а вы в это не верите. И они: ну да, так же написано, Моисей же это написал. Мы-то верили Моисею, что он семя должен восстанавливать. И потом они все поумирали. Ну, поумирали, теперь чья жена? Значит, они поумирали, не воскреснут никогда, значит, она ничья жена и не будет. Что ты нам, лапшу нам вешаешь, что будет какое-то воскресенье? Ну, вот семь братьев, оно всех как потравила там груздями какими-то там просроченными, и все, сама потом отравилась. И дальше что? И он им переводит Бог Авраама, Исаака, переводит место из Священного Писания, из Библии, которое написал Моисей, которому они верили, но сектанты, они верят очень, ну, какой-то вот и раз, а в это не верят.
Так вот, пятидесятники, вот не верят, что преемственность апостольская, и все. Также и эти саддукеи, они не верили в воскресение мертвых. Понятно? И Бог им доказывает, на чем? На основании Священного Писания. Он же этого Моисея им и приводит. Они ему Моисея приводят. Как вот диспут с тиняевскими пятидесятниками. Они место с Писания, с тиняев место Писания. И вот у них диспут. Авторитет Слова Божия. И он их разгромил в конце концов. Слово последнее было за ним. Какое? Напомните. Да. Чем они спорили? Он сказал, и мы молимся, и у нас есть молитва за вас, за еретиков и сектантов. Ну, вот, присоедини нас к Святой Соборной и Апостольской Церкви. Да. Вот, у сектанта спрашиваешь, они как бы хулят церковь, что это не церковь, что у нас иконы, идолы. Вы верите, что православный спасется? Верим. А мы верим, что вы не спасетесь, потому что вы еретики, покуда не придете в нашу церковь. То есть наша вера правее, потому что не может две церкви, противоречащие друг другу, спастись. Одна церковь. Церковь есть столб утверждения истины. Две истины не может быть, которые друг другу противоречат. Истина, что есть воскресение. Что нет воскресения, это ложь. Понимаете? И саддукеи верили лжи. Нет воскресения, их обманули. Все, умер, все. И они начинают с Христа. Ну как же ты веришь в воскресение? А Христу надо было доказать, что будет воскресенье. Он сам воскрес. И, а что же мы не верили? А очень удобно. Да, я вспомнил сейчас, вот говорится о семи мужах, немножко вернусь, да? Угу. Простите уж меня. Я вспомнил книгу Тавита про Сару, который у Тавита был сын Товия. Вот, куда? Сам сюда снести. А, сюда. Вот, и его тоже решили поженить. Отправили к родственникам. А там была Сара одна, невестка, у которой тоже было семь мужей. И тоже все умерли. Оказалось, что злой дух, который это, умерщвлял каждого ее мужа. И в оконцовке она уже решила наложить на себя руки. Потому что уже над ней служанки смеялись, упрекали ее за это, что она вроде она мужей умерщвляет. Вот. Там в дальнейшем она написана, что она молилась, перед окном сидела, Господу взывала. Но потом подумала, я у родителей одна, что, типа у родителей не будет помощника. Ну и решила на себя руки не накладывать. Ну это Господь ей просто не дал этого сделать. Потом уже, чем заканчивается история, тем, что все-таки пришел Товия, его поженили на ней, и все. И притом сказали, какое лекарство, желчь там одну воскурить. И демон этот ушел. Убежал прямо из дома, то есть он больше никакой власти уже не имел над другими мужьями. То есть Товия уже спокойно с ним женился и потом жил в дальнейшем. То есть вот такой случай все-таки был. Умышление да, с семи мужей. Да, брат, спаси Христос, я прошу прощения, что я говорю, что такое невозможно. Такое в жизни было. Но это, я не верю в то, что они ссылались именно на книгу Товия. Они выдумали эту историю. Ну да. Хотя там семь, здесь семь, может быть, они не выдумали. Поэтому тут вопрос такой. Но он не принципиальный, потому что им надо было доказать, что воскресенье нет. Поэтому они придумали такой вот. Как это, брат, нужно еще дополнить. Я еще немножко дополню. Дело в том, что я, будучи, когда жил на Урале, по Евангелию, я уверовал через них братьев, через Андрея Смирнягина и брата Владимира Пищикова. Вот. И там тоже такой случай был. Андрей Смирнягин, он есть в Одноклассниках, у него много роликов, как он ведет занятия по Слову Божию на других этих, как сказать, в храмах, в других храмах. То есть священники разрешают. Вот я в одном из занятий таких, он перед оглашением пришли, молодая пара, принесли ребенка крестить. Вот, и он начинает им свидетельствовать, говорить о Боге, по сильному веру беседовать. Вот сидит им, все рассказывает, и говорит, вот я был на одном приходе, говорит, и также готовился к крещению, людей подготавливал. Ну как крещение там? Они буквально пришли крестить, какой там подготовка? Явно, что никак. Но хотя бы хоть как-то, говорит, Слово Божие, хоть немножко услышат люди. Вот. Говорит, сижу им, говорю, и говорит, спрашиваю, говорит, они верят, верите ли вы, говорит, в вечную жизнь? А камера как раз на него направлена в этот момент, на Андрея Смирнягина. И смотрю, говорит, на них, а они, говорит, нет, говорит, мы не верим, говорит, в вечную жизнь. Да, пришли креститься. А вот он сидит только, а камера-то на него направлена, он такой, чу, говорит, и вы не верите?
тем, которые сейчас рассказывают этот случай-то, а там какая-то женщина, ну, сомневаемся. Вот и все, все наше, как говорится, православие. Зачем? То есть люди пришли совершенно не готовы, неверующие пришли. То есть им не надо, им только в этой жизни надо все. А апостол Павел говорит, если мы надеемся в этой жизни на Христа, то мы несчастнее всех человеком. То есть вот, еще один дополнение, кажется. Ну, там немножко это неправильно. А можно вот это описание, которое вы сказали, как делано, я прям понравился. Какое? Вот последние слова. Если вы надеетесь. А так по поисковику надо поискать. Я точно не помню. Я наизусть не помню сейчас. Но оно немножко не так. Володя сказал, если вы в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастье всех человек. Что, ну, в этой жизни уже нельзя на Христа понадеяться? Нет, апостол Павел об этом говорит. Только, если. Вот. А ты не сказал этого слова. А, слова не сказал. Да. Простите. А кто убавит или добавит? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Смысл совершенно меняется. Слово «только» оно убрали, уже... И может, кажется, все, кто уже так проповедует. Да, все, кто проповедует, что в этой жизни на Христа. То есть пока только вот воскреснет, тогда будете только надеяться. А в этой жизни надеетесь на кого-то другого. Так же можно перепроверить. Но брат не так, конечно. Виноват, да? Простите меня. Так, принимаем. Вот. Да. А многие православные идут только просить денег, работы, жены. То, что все исчезнет в этой жизни. А духовного, то, что прибудет вечно, дай мне доброе сердце, дай мне, Господи, людей любить, дай мне быть добродетельным, дай мне работы, чтобы было уделять из чего нуждающимся. Вот когда так молишься, я всем заведую, денег становится, потом не знаешь, где этих нуждающихся найти. Потом нуждающиеся находятся и... Они всегда рядом. Ну, как же, знаешь, как. Но есть люди, которые, делают вид нуждающихся. Это трудные лентяи и тунеядцы. Их положать не надо. Да, как вот правильно ты накормили сестра Галина Сполнова. Граждане алкоголики, тунеядцы и пьяницы. Кто желает поработать? Как я поступила правильно, это недавно у меня случай был. Тихо. Иду из магазина, ну я там своим делам, и по мне, поскольку я была повязана, одета по форме, тихо-тихо, говорит, я сначала не поняла, потом оглянулась, какой-то парень, ну явно кавказской национальности. Молодой парнишка спрашивает. Покороче, просил милостыню, выдали. Просил милостыню, дайте мне ехать куда-то. Я так посмотрела от удивления, но повернулась, я ждала, я говорю, молодой работать надо. Вы правильно поступил, нет? Правильнее бы вы поступили, если бы вы дали ему денег и сказали, молодой работать надо. Я считал вот это место, чтобы он не подумал, что вы это сказали из-за жадности. Но вот таких парней, в которых уехать надо, их очень-очень много. И я во всех в них вижу тунеядцев. Вот. Давай я тебя отвезу. Куда? А ему уже никуда не надо. Да и в любом вокзале есть какой-то рыночек. Он может молодой пойти устроиться на время, даже, вы знаете, я так полагаю, не знаю, конечно, я так не устраивалась, но думаю, у людей сердце расположится, если он скажет, у меня там вот как они я говорят. Я хочу есть, да, я отработаю. Не то, что есть, мне всегда нужно уехать, меня обокрали, я без денег, без документов. Позвольте мне что-то, да, какую-то работу дайте мне за определенную плату, я хочу заработать если себе на билет. Ко мне обратил, и у людей ко мне... будет... Спасибо, что вы слушали. Отлично, да, мысль понятна. Я хочу есть, дайте мне работу. Я всегда дам. Сердце твое будет более расположено, чем просто дайте, подайте. Всегда, да. Молодой, я даже ему скажу, не надо ничего работать, на тебе денег не взять. Но если он будет, дай мне денег, мне надо уехать, а самого колбасит по хмелю. А потом говорю, что похмелиться хочешь? Да. А чем грешь, зачем? А у них такая, потому что похмелиться уже не дают, уже люди маленькие. Смотрят ролики, может быть, наши или что-то. Вот. Поэтому тут вот о милости не... Вы и правильно поступили, и... Вы уж слишком молодой. И когда вы были в форме, понимаете, тут судить тоже, как бы... А вдруг действительно? Я поняла, он принял меня за свое. У них это, мне кажется, больше работы, чем у нас.
я так поняла. Ну, конечно, я, может быть, ну, я торопилась, неправильно, не успела рассудить. Что значит, он принял вас за своего? Знаешь, говорю, меня за мусульманку принимает, когда я тебя... А, за мусульманку? Да, по-мусульмански. А у них принято, по-моему, я говорю, другому. Вот, понимаете, принято, вот, веру, вот, допустим, я человек, который не хочу работать, но который хочу жить у чужой счет. Где я буду искать добрый день? В церкви. И все нищие и сидят у церкви, и одни и те же они годами сидят. То есть это их место работы. Они таким образом зарабатывают себе на хлеб, прося милостыню. На хлеб. Почему их оттуда не гонят? Почему? Не гонят. И мой случай я рассказываю. Когда я пришла в храм молиться, все, я как бы не встала на путь истины. Я стою, молюсь, я глупая, не знаю, как это делать. Я молюсь, и ко мне подходит сзади мужчина такой, говорит, так, девушка, дайте мне денег на проезд, прямо во время молитвы. Я честно говорю, я после этого не пошла еще раз в храм. Я развернулась, мне просто было так, я не знала, я понимаю, что надо дать. Идет молитва, что я должна сделать? Все, я больше в этот храм не ходила. И их, ну как, наверняка он там, на входечках. Я слышала священник, который сказал, вы видели, около храма сидят люди, которые просят, им очень тяжело, вы каждый имеете, как он говорит, вы каждый имеете постель, вы каждый имеете, что покушать, у них нет ни постели, нет ни покушать, и поэтому будьте милосердны, давайте. А у меня внутри тоже было сопротивление, я посмотрела на них, им, извините, по 35, по 40 лет, они пришли с не столь отдаленных мест, возможно, как возможно, да, у них временно, ну, не берут там из-за их обстоятельств, да, но ты иди тогда по домам частным и проси работу, которые бабушки, дедушки, там соседи во дворах, ну, я не знаю. Ну, все, мы уже повторяемся, что да. Если человек просит работу, дай ему денег и можешь не заставлять его. Но священники, его священники, а потому что они сами не работают, понимаете? Давали. Потому что они сами не работают, потому что они сами живут за счет жертвоприношений. И это их коллеги по работе, которые, может быть, с ними и доходом и делятся. Потому что там у церкви сидеть тоже они их... Зачем? Допустим, ты поп, тебе приносят. Они даже не заходят в храм, а тут перед этим уже все деньги им отдали, а тебе попу ничего не отдали. Конечно, ты что-то уберешь их, чтобы мне больше было. Если ты занимаешься коммерцией. А в церкви так в основном так и все. Ну, я просто хочу сказать, что они... Это неприятно. Людей, которые хотят стать на духовный путь, не разворачивают. Разворачивают. Ну, да, в обратную дорогу. Вот. Я же просто не вернулась после этого еще раз в храм. Но вот я вот такой случай, допустим, вот лучше, вот верх совершенства. Ты видишь человека, который тебя обманывает. Ты дай ему и скажи, зачем ты меня обманываешь? Ему станет стыдно тогда. Если ты ему скажешь так или вообще из храма уйдешь, он, понимаешь, человек, это греховное орудие, это орудие дьявола, чтобы тебя спутить. Но он рад, Господь тебя испытывает через него. Ты в храм пришла Богу молиться? А можешь ты от себя что-то отдать, даже этому грешнику? Не можешь, почему ты пришла молиться, ступай. Я бы отдала, я просто растерялась, потому что идет как раз молитва, и вот служба. Вот да, тут не последствия, да, мы да. Говорим о последствиях. То есть во время молитвы, конечно. Меня вот это смутило очень сильно. Да, 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 поэтому... Я растерялась. Ну, я тебе отдала часть. И я отдалилась опять на какое-то время, то есть... Отдаляться не надо, то есть вот это вот обидели тебя, задели тебя чем-то, ну... Какие-то искушения. Вспомни, а сама ты когда-то кого-нибудь обижал, может быть. А ты еще раз так же было. Да. Я вспомнил один случай на Урале. Мы работали у одного участника, у него своя пилорама есть. Мужчина работящий, сам здоровый такой. У него, конечно, дом хороший, сам он неверующий. И вот рассказывает случай тоже. Стоят два бомжа, там недалеко от его дома.
И его судят. Он говорит, я просто услышал, говорит, там, за забором, говорит, судят. Вот, разбогател тут, настроил себе. Он говорит, я не вытерп, вышел за ограды, говорит, подхожу к ним. Мужики, говорит, вы, наверное, заработать хотите? У меня работы, говорит, много. Пойдемте, говорит, я вам работу дам. Вы сейчас поработаете, я вам денег заплачу, деньги у меня есть. Они такие, не-не-не, нам ничего не надо. Потом смотрю, говорит, отошел от них, смотрю, они в мусорку залезли и дальше ковыряются. То есть им этого не надо. Вот и все. Работать именно не надо. То есть не хотят. Людей завистливых, не желающих работать, лучше не поважать. Но и укорять их, как бы, вот, клевать их, как бы, злобно тоже не надо. Его нужно пожалеть. То есть дух лени вошел в него, а сам что-то не изменился никогда. Я только в 40 лет начал трудиться. До 40 лет я сидел у мамы на шее. Единственный ребенок в семье. Там тебя мама золотая. Ну, такая, да. Ну, алмазная. Ты знаешь, знаю, как она готовит вкусно. Вот. Поэтому неправильное воспитание. Единственный ребенок в семье. Отец говорил, не давай ему, не давай, пусть идет сам зарабатывать, спеет, наработает. А на 40 лет исполняется, у меня ни кола, ни двора, ни ничего. Я до сих пор своего жилья такой приданник. Ну, я успокаиваю себя тем, что... Ну, и мама тебя кормила, но жилья-то не у каждого сейчас, на самом деле, на 40 лет. Если ты не влез в ипотеку, у тебя, может быть, и... Да, в чем, да, здесь это? Не твои какие-то качества, лени? И что, ты до 40 лет даже не зарабатывал себе на покушать? Вот так говоришь? Нет, на покушать зарабатывал, конечно. Покушать, одеться, чтобы себе успеть. Тратил, куда не надо. Тратил? Да. А, да. Зарабатывал и тратил, да, куда не, да, надо, а мама тебя при этом кормила. Да. Понятно. А мог какое-то время вообще не работать? Мама есть еще. Не, работал, конечно, но... Кто крал, написано... Я трудись своими руками, дабы было еще выделять нуждающимся. Вот работать так, чтобы легко можно было пожертвовать их 20-30, у меня не было такого никогда. Ну что, продолжим. Лука, 20 глава, 41-47 стих. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давида, а сам Давид говорит о книге, в книге псалмов, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах, любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Толкование. Давид говорит, называет его Господом. Псалом 109, 1 стих. Как же он простой сын ему? То есть он одновременно и сын Давида, и Господь. Как? Вопрос такой, вопрос он этим задает встречный. Он был и сын Давиду, Христос, по плоти. То есть не сын, а потомок Давида. Чтобы понятнее было. Потому что он сын. Дословно. Сын Марии. А Мария была... из колена Давида. Но вместе и Бог его, а они считали его только сыном Давидовым. Колена Давидова не было. Ну, Давид был из какого колена? Я неправильно выразился, я из рода Давида. То есть родственник Давида. Это колено и родословно это синоним в данном, в моем контексте, конечно. В моем понимании. Я не виноват, что вы мне не так. Я так правильно понимаю? Вот. Дальше. А они считали его только сыном Давидовым, Господом его не считали.
А Господь говорит, вы верите в Моисея, приводите слова Моисея, что вот он повелевает брать, восстанавливать род. Вы Моисея уважаете. Вы его приводите в доказательство того, что нет воскресения. И он же этим же Моисеем и продолжает. И Моисей в псалмах, Давид еще, второго приводит свидетеля, простите. Сначала Моисея привел, теперь Давида, они Давида прочитали, уважали. Давид сказал обо мне, что я Господь, как бы он так говорит, что ему не верить. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положив врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, Давид Господом называет его Христа. А как же Христос сын ему? Господь и Сын, он им вопрос задает Христос. Но он не о себе конкретно говорит, а он их подводит к этой мысли, что Иисус Христос, Сын Давидов, он же и Бог, Отец. Я и Отец одно. Воплощенный от Девы Марии. Далее. Поедают домы вдов, наполняя чрево и расточая за пределы должного. И предлог тому как бы благоговейный, ибо под предлогом молитвы и душевной пользы они учат не посту, но пьянству и чревоугодию, и зато, говорит, примут тем больше осуждения, потому что не только зло делают, но и прикрывают полное молитвой. Видите, какое под видом молитвы объедают домы вдов. То есть они, да, вдовушка, тебе плохо, давай я тебя утешу. Давай пожрем шашлычка, за то еще выпьем венца и дальше. Вот. И вид у них благоговейный. Вот такие вот ручки у них такие беленькие, толстенькие. Целовать удобно. Прикрывает он и молитву. И добродетель они делают предлогом к лукавству. Давай я тебе помогу. Тебе плохо без мужчины. Поэтому они заслуживают и большое осуждение, так как добро подвергают порицанию. Вдовиц должно жалеть, а они входят в домы их, затем будто бы, чтобы долгими молитвами благословить их. Между тем, вдовицы принуждены бывают по случаю их посещения делать издержки. И таким образом разоряются. Видишь, они как их. Как говорится, развели как лоха. Обложили. А что вы сказали на деле? Ублажили. Ублажили в кавычках, что так ублажили, что вот этот кошелек пустой. Тебе плохо, давай выйдем. Иди за бутылкой. Все. Вот. Так вот они их утешали за их счет. Ну а, как говорится, я сам обманывал сарах. Она вдова, ей плохо. Она, вот, они пользовались этим вот моментом. Небольшую вставочку. У меня из жизни был такой случай интересный. Бабулька одна. Очень хорошая, я знаю. Ходит в храм в возрасте. У нас после, значит, родительской была. А у нее дочь, ей самой 86, а дочери, наверное, 55 не было. Умирает дочь, а ей же хочется на кладбище, чтобы там... Там есть церковь, служат, конечно, они на кладбище. Ну, там панихиду что-то, да. И вот она пригласила могилку. Батюшка там что-то, тысячу заплатила, чтобы он там литью или что-то. То есть бывают вот такие моменты, вот не обязательно обратить, чтобы молиться. Да, ну, то есть да, на похоронах, да, вот похороны, вот я тоже слушаю вот, насчет вот этих требы священники совершают. У них по требам, допустим, отпеть покойника, ну, там стоит, например, 300 рублей. Ну, или задешевил, ну, пример. И он эти 300 рублей доводит до 15 тысяч. Как доводит? Вам со свечечкой? Да, со свечечкой. Вам с кадилом? Да. Хор приглашает? Да. Ну и все, все и так, все.
Они же, у них ценник... Ставки растут, мать. Нет, пожалуйста, экономные. Да. У них несколько пакетов. Они, понимаешь... Эконом, бизнес, ВИП. Оля. Продолжим. Евангелие от Луки, 21 глава, с 1 по 4 стих. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар Богу. Она от скудости своей положила все пропитание, какое имела». Свое. Свое, не чужое, добро. Толкование. «Было священное сокровище, удаляемое боголюбивыми, которые употребляли на отделки, на поправки в храме и вообще на украшение храма и на пропитание бедных. Но в последнее время священники и это сокровище обратили в торговые обороты, разделяя оное между собой, а не употребляя на то, что определено, на что определено оно первоначально. Господь вдовицу хвалит больше всех прочих, потому что она от скудости своей повергла все свое состояние. Ибо две лепты, по-видимому, и ничтожны, но укормившиеся милостыней они составляли всю жизнь, ибо вдовица была нищая». Итак, Господь возлагает награду, обращая внимание не на то, сколько дается, а на то, сколько остается. Дома богачей, принявших немного и невеликое, оставалось гораздо больше, а в ней дом весь опустел, и в нем ничего не осталось, ибо с верой нужно приносить и добрую совесть, то есть жизнь беспорочную. И кто с ними приходит к Богу, тот, кажется, полагает больше всех тех, которые богаты учением и обилуют языческими добродетелями. То есть здесь вот вера вдовы, она перекладывается вот на духовное. То есть можно быть и добродетельным, но делать это не ради Христа, а ради тщеславия, например. Чтобы тебя хвалили люди. Такой, например, храм строят, и там в храме прям целый список золотыми буквами, кто пожертвовал. А я хочу, чтобы все знали, что я добрый. А на самом деле он сколько по костям шел к этой карьере, например, кого-то там зарплату не выдал. Это все равно, что кровопийца, который не платит вовремя зарплату. Писание говорит, что тут сидит человек, сколько тебе уже не платят? 3 месяца. 3 месяца, это, понимаете, это куда годится. А кто задерживает, писание говорит, до вечера на наемнику, вот есть кровопийца. Он его кровь пьет, он кормить надо семью. Вот. И вот эта бедная вдова, две лепты. Я испытал их на себе. У меня нет такой работы постоянной, когда вот каждый месяц получка. То есть я работаю сам на себя, и у меня то много, то пусто, то пусто. И вот бывает такое, как бедная вдова, ну пусто, вот знаешь, что завтра выполнили, что нет. Ну, в кошельке вот лежат вот 200 рублей, это 2 лепты. Господи, помоги, ящик, раз туда. Утром встаешь, опять пачка, куда не понятно. Вот. Господь благословляет. Я то, что добротно охотно надающего любит Бога. Бог от слова Бога. Мое распоряжение 10 минут. Зарядили другой диск. Там другой будет. Какие наши знания крошечные. Настоящий-то мастер бы сейчас ткнул шатально. А что ты пошел? Давай я послушаю. Послушайте, а вы садитесь.
Ну, давайте вопросы, может, еще до вас задать. Вопросы. Вот у брат Виталий задает вопрос. Мы проходили. Позволительно ли подать кесарю-кесарю-кесарева Божию Богу? Вот на эту тему вопрос был. А если налоги идут на аборты, можно я не буду платить налоги? А как ты узнаешь? Там что, разделение какое-то идет? Вот я и так и говорю. Бюджет один. А это бюджет учителя, врачи все получают, няньки, танцовщицы. Ну и, а как ты узнаешь? Детский на что? Да. Это разговор только один. Это общая каша. Когда все сморкаются, все плюют. Общий котел. Ну нам надо в этот котел все равно уложить, и нам ты что-то из этого котла тоже исправить. Ты платишь налоги? Видишь, какая резонная, фотоаппарата нет. Вопрос, сделать его фотографию такой косоротой и сказать, платишь ли налоги? Как сказать? Вот один сегодня пишет, говорит, я спрашиваю налогового там инспектора, а вы налоги платите? Ну а как же? А куда платите? А в налоговую? А вам откуда пенсию? Вы получаете деньги? Ну конечно, откуда? Из налоговой. Он запутался, она бедная бабенка не знает, откуда еще идет. Вот у меня приехали, я тут интервью беру, у ребятишек вот тут гоняете, учите работать. Ну разве можно так? Они спят на ходу. Если он спит на ходу, он никакого злодейства не сделает. Первое положение, второе, меньше обуви взорвет. Вот. Ну а дальше-то? Они должны работать. И как работать? Работать так, чтобы прокормить всех учителей и депутатов, и их прелюбодеек. И чтобы нам что-то осталось. И она спрашивает, ты как остается? Я говорю, сытые. Другого нет, у нас за шиворот потащат. И будут давить. В Америке, если человек не платит где-то налоги, не приведи Господь. Да бабушки всех разденут. Это у них свято. Ни под каким видом. Сейчас показывают. В Испании получает человек средняя пенсия у него, по-нашему, 230 тысяч. Средняя. Так она подоходный-то платит. Откуда он как в Дании? Они подоходный налог платят почти 50% или больше. Они никуда нету. Тут сколько платят? На Алжир, на разное там государство, Куба, шли корабли. Они никому. Зачем? У нас свои люди. Вот Коста-Рика. Избрали какого-то. Ну, я не знаю, какой его возраст был, надо посмотреть. А теперь он уже согнулся такой. Его чтут почти за полубога. Он сумел доказать, что армия не нужна. И кормить их не надо. Пускай землю пашут. И взяли армию, распустили. Оставили милицию там посмотреть за порядком, чтобы соседи индюков не воровали. Все. Сразу поднялось образование в народе. Пошли учиться. Больше студентов платят. Медицинское образование поднял. И вокруг государства воюет со всех сторон, а его никто не трогает. А что воевать? Вам что надо, приходите, берите. А что это за государство, в Галле спрашивают? Коста-Рика. Ну, найдете там, в Южной Америке, найдете. И так его, теперь он уже не президент, и он там сидит, старенький такой, согнулся. Ему почтение, как будто это полубог какой-то. Он избавил от всего людей. А сейчас у нас попробуй так, да тут завтра все захватят, кто-то другое. Ты Льва Толстого посчитай. Там было их три брата, Иван Дурак, как, конечно, это главным президентом станет. Дурачок на печке имели. Щуку поймать, главное, защучить кого-то. Вот. Ну и дальше показывают, как они. Купец. Купец там, Тарас. Вот все это, Тарас захватил, торговлю, прижал всех. А Аника воин, три брата. И сатана узнал, что они мирно живут. И подостал к ним бесов, каждому по одному бесенку. И бесенята стали перебить. Этого раззадорили. Он увеличил вдвое, еще вдвое. А потом где-то начал мухлевать, жена говорит, да ты что-то маленько подделай, как Сердюков-то. А за тебя Васильева посадят. Ну, Васильева выпустили, Сердюкова за шиворот. Это я перевожу на сегодняшнее, настоящее время-то. Ну и он убежал. Убежал куда? К Ивану Дураку. А Иван живет с Миланей, с сестрой своей. Она девка, вековуха. Вековуха, это значит, замуж не выходила. И она всех проверяет порой. За стол сели, руки за стол. Она ничего не понимает. Руки. А ты что, у тебя руки-то чистые? Ты где работал-то? Я оратор.
Владимир Ильич, из-за стола. Она его из-за стола вышвырнула, все. Если обедки останутся, поешь. И она, эта девка там все разбирает. А это поселилось у него, когда и говорит, знаешь, мужу говорит, да то неприятно, от него говорит, воняет, он то ли в баню не ходит, то ли еще на Иван. Он подал Иван, Ивану говорит этот, Яник это Тарасица. И говорит, знаешь, Иван, моя жена недовольна тобой. У него живет на квартире. И, да и то правда говорит. Я и не хожу в баню, а что и так, все хорошо. От меня, наверное, не хай, я пойду на сеновал. Ушел на сеновал, там успокоился. А другой там военное дело. Одно завоевал, а другое сунулся дальше, ему по башке и едва убежал. Убежал, и у Ивана тоже живет. А бесенок их всех разорил, а Ивана никак не может. Иван-то дурачок его. И вот случилось так, что война где-то. Соседи царь объявляют, война, иду войной. Он Иван говорит, ну иди, раз по-другому нельзя. Ну пошли они там, захватили до Львова, дошли, Гитлер-то. И остановились, говорят, а что, солдаты не хотят воевать. Почему? Да неинтересно, говорит. Идем, говорит, они хлеб с солью, с скрипками молока, вот эти украинки, красивые девушек выставили. И, а с кем воевать-то нет? Ему гнусно стало. И они повернули домой, а начальник орал, орал, а что Гитлер докладывает, он это я еще сделаю. Развернули назад. И вот так и здесь. Если мы по-христиански будем, как-то по-другому будет. А нас завоюют, это там говорили. Так говорили. Он какие-то корешки пахал, когда выкопал их, три корешка, и любое желание сатана выполнит. Ну, однажды он такой корешок тогда выкопал, там как-то это, Ивана, там, Аника, это воин, говорит, а я сейчас войска закуплю, там то другое. А Иван говорит, так и мне надо. А зачем? А девки любят, когда солдаты поют, говорит, и играют. Что шагом марш, она девка сама идет руками, машет. Ну давай, как там, прося, мося там, забирай. Солдаты прошли, разбросали деньги, а больше они не нужны. Говорит, ну отдыхайте. У него войны нету, врагов нету. Он дурачок. Это Лев Толстой через сказки проводил идею непротивления злу насилием. Насилие рождает насилие. Пролитая кровь рождает новую кровь. От волка рождается только волк. Это так. Давай, Серебрякова, включай. Серебрякова. Давай ты. Так у меня. Это перекачка. Так, получишь все как надо, там сдашь. Надо помолиться. Знаете, значит. Только сегодня сделать, сдать. Надо помолиться. Конечно. Господи, помолись, Боже, ты тебя благородицу, Пресно блаженную и вене порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слава рушую. Сущую Богородицу тебя величание. Дайте хоть молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием, восславить Твое дивное имя, что Ты совершил сегодня. Ты принял новые души, омыл их не водою только, но и кровью Своей пречистой. Услыши их молитвы и о наших неурядицах. Этого Максима смирее обрати на путь истины. Защити наши сокровища в интернете для многих людей. Мы просим Твоей милости, как сирые дети. Посети обездоленных, парализованного Сергея, болящего Анастасию, Надежду. Спаси их и помилуй, и нас приготовь к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас покажу вам, а ты мне это отдай, я последнее сниму.